Девчонки и мальчишки, всем привет! Сегодня покажу вам заказ от Ifrashe, вернее, два заказа. Сложила в одну коробочку. Ничего нового, поэтому быстренько расскажу и покажу. У меня, значит, был январский бланк, по которому я опять захотела взять старенький Evidence 100 мл, пока дают. Показывала, да, в прошлых видео, что старый мне нравится больше, чем новый. Поэтому взяла. И тем более у меня девчонки тоже его разбирают. У меня в запасах, наверное, только один есть. И в прошлом заказе я показывала новинку L'Evidence. Очень мне понравился. Ну вот одна клиентка, одна девушка, женщина. Нет, как сказать, женщина взяла своей маме вот эти два парфюма. То есть классика Evidence ей понравился и L'Evidence. L'Evidence мне тоже понравился, поэтому себе-то мне нужно взять, да? Вот взяла еще один. Это у нас общедоступный бланк. Вот так вот он выглядит. Здесь я чувствую, ну, давайте еще раз. Парфюму ведь нужно отстояться, все равно дать. Вот. Ну вот прям брызги шампанского, это первые ноты, фруктового шампанского, какой я прям люблю. Естественно, персик ощущается очень сильно. Он такой медовый какой-то, такой томный, очень вкусненький. Действительно, вот какой-то винный персик. И сейчас пошла уже магнолия, цветы. Персики пыльные, скорее всего, потому что очень похож на душу Тоскании от Pierre Rico. Мне она очень нравится. И здесь еще добавлен магнолия, мой любимый цветок, поэтому здесь вдвойне мне все понравилось. Он такой, знаете, озоновый какой-то, такой веселый, жизнерадостный, как раз весенне-летний. Ой, красивый букет, прям вот замечательный парфюм, достойный. Не хуже какого-то там люкса, даже лучше. Ifrashe, молодцы. Заказала я вот такой вот кремушек по спеццене. Первый раз беру 50 мл серии Family Bio с чем у нас, с яблоком. Цика крем, да. Восстанавливающий крем для лица, тела и рук с питательными веществами яблок Bio. Наносите на ослабленные и сухие участки кожи. Подходит для детей с 3 лет. Так, я думала, это просто для лица. Сейчас читаю, он подходит для сухих участков. Надо дать тогда дочке. Пусть восстанавливает свою кожу. У нее остались еще на руках пятна. У нас такие дерматитные есть. Вот. На ладони на одной, от холода, то ли еще на что-то реакция, никак мы их не выведем. Я, правда, ничего гормонального не хочу ей давать, просто вот помогаем местными. Вот попробую дам этот крем. Так, ну, естественно, куча гелей, органа. Еще одна органа. Ну а что брать? Выгодно. Беру, пока дают, особенно по январскому бланку. Органа вообще супер. Кофе. Кофе маленький. Фенхель. Свежий такой аромат. Бодрящий. Овес и гречиха. Очень понравился мне. Хороший такой, гурманский. Малину давали тоже. Выгодно. 2, если брать. Вот такой заказ. Ну и косметичка по январскому бланку. Вот так. Весь столик у меня в заказе. Такая у меня красивая гортензия. Приобретала на Яндекс.Маркете недавно. Первый раз сделала там заказ. Во влоге покажу, что еще заказала. Очень интересную штучку. Так, ну и все. Каталог вот новенький прислали. Наверное, мне кажется, вот поэтому и дают вот эту новую водичку. Наверное, да. Да?
Марка так. За ваш заказ от 1200 Левиденс. Новый дизайн. Вот, наверное, этот бланк. 9 РИН 1АС01. Вот такой. Вот такой бланк. Вот такие здесь. Тогда оставлю. Да, и вот этот вот у меня наборчик. Как раз я его взяла. 3 геля. И вот такой наборчик. 2 геля. Вот в прошлый раз я брала 3 бальзама. Да, ну вот тут миниатюрки есть. 1129 рублей. Ну, как-то уже дороговато, да? 1200 делим на 3. Почти 400 рублей миниатюрка. Ну, вот такие вот. Еще у нас тут предложения. Ну, вот этот с тушью. Можно попробовать. В общем, не буду листать. Здесь 50% скидка. 2 по цене одного в основном. 30%. Так, что у нас еще? То же самое бланк. Бланк подруги, что ли, получается. Ни разу я не заказывала по бланку подруги. В общем, все по интернету заказываем, да? Вот здесь такие цены. У нас сколько уже? Гель для душа 400 миллилитров, 369 рублей здесь. А появился еще 600 миллилитров, 500 рублей. Органи розы, манго, кориандр представлен. Вот такие вот у нас гели. Обновленная серия для рук, для ног. Ну и вот. Это вот классика, кстати, я ее не брала. Пока у меня новинки классического нет. Здесь 50 миллилитров представлен, да? А 100 миллилитров тоже есть. Наверное, тоже можно взять, но вот я что-то как-то пока никак не назрею на него. Но вот этот понравился. Хорошенький. Все, вот такие вот мои заказы. Быстренько вам рассказала. Всем хорошего дня. Всех благодарю за внимание, за все остальное. Сами знаете, за что. Всем пока-пока.